Всем снова привет, с вами Таксу, это пасхалки GTA 5, и сегодня у нас огромный кит, который обитает на дне океана. Нет, не как Спанч Боб, а реально кит. В общем, ставим метку, как сейчас я вам покажу на карте. Приближаем вот этот вот выступ и прямо вот сюда. Вот сюда, вот сюда вот мы проставляем свою меточку. И летим по ней и потом прыгаем с вертолета. Так, аккуратненько, надо свой вертолет пришвартовать на дно. Так, вот здесь еще у нас песочек, здесь еще берег, да? Проплываем вот сюда и сажаем вертолет в воду. Прямо в воду. Вылазим из воды. Так, и вон он, большой, огромный кит. Сейчас мы до него доплывем. У нас даже есть нож. Интересно, а сможем ли мы его зарезать? Надо поближе. И он издает ультразвук. Он издает свои звуки. Слушайте, да? Прям страшно. Мы к нему сейчас подплывем. Мы не боимся этого огромного кита. Он, походу, испугался нас и поплыл от нас. Это очень плохо, мне кажется. Так, ну-ка, давай, ныряй. Он от нас хочет уплыть. Я хочу к нему поближе. Так, там еще и акулы. И это маленькие киты. А, это рыбки. Так, он быстрее нас плавает, интересно, или нет? Мне кажется, он медленнее, смотрите, мы уже догоняем. Так, у нас скоро воздух закончится, это очень плохо и печально. Нам надо всплыть скоро. Так, вот всплываем, мы почти догнали его, почти. Набрали воздуха, снова ныряем. Давай, китенок, давай. Ну, конечно, это не китенок, это огромный кит. Так, слушайте, смотрите, он просто громадный. И он испугался, он издает бедные звуки. Так, а мы можем его резать, интересно? Так, давай. Выносливость сразу прокачали, отличненько. Так, он не режется, что-то у нас. Надо всплывать, сейчас сдохнем. Нет, Франклин, не умирай. О, как вовремя, этот видели, да? Успели. Сейчас мы его снова догоним, этого нашего кита. Давай. Так, секундочку. Сейчас проплывем прямо. Я думаю, он прямо поплыл все-таки, да? Так, и нырнем сейчас. Вон он уплыл от нас, скотина такая, да? Так, плывем. Быстрее, Франклин. Ты же умеешь быстро плавать. Так. Я хочу посмотреть на него спереди. Он удирает от нас, вот же трусливый, а. Смотрите, такой огромный, трусливый. Опа. Ныряй, что ты боишься-то? Во. Молодец. Так, здесь лучше его, конечно, на батискафе было исследовать, этого кита. Но мы сейчас умрем, все равно. Так. Слушай, у меня прям джойстик вибрирует от его. От этого кита. Так, давай. Вот он наш кит, смотрите, он просто громаднейший. От первого лица мы как будто на нем плаваем. И, в общем, мы умерли. Здесь реально долго не поплаваешь. Ставьте большой палец вверх. Подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. С вами был Такс. Ждите следующих пасхалок по GTA 5. И добавляйте ролик в избранное. Всем пока.